Садясь за руль в нетрезвом виде, водитель рискует не только своей жизнью, но и ставит под удар всех участников движения – пешеходов, пассажиров и водителей других автомобилей. Об этом неустанно напоминают сотрудники госавтоинспекции, которые продолжают проводить профилактические рейды «Нетрезвый водитель». В результате пьяных ДТП за 2019 год в Ульяновской области погибло и пострадало больше сотни человек. А за последние два года лишены права управления автомобилем более 700 наркоманов и алкозависимых. По официальным данным сотрудников госавтоинспекции, за новогодние праздники в регионе задержали 112 нетрезвых водителей. 10 из них задерживаются за подобное повторно. Госавтоинспекция региона призывает граждан сообщать информацию о каждом факте управления транспортным средством водителем, находящимся опьянения, по специально выделенной телефонной линии 8-8422-736-736 или по телефонам дежурных частей ГИБДД 8-8422-73-55-77 8-8422-73-60-60. С начала нового года от бдительных ульяновцев поступило 14 сообщений о водителях, севших за руль пьяными. Напомним, что за нетрезвое вождение следует лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.